Решил у себя установить вот такую вот светодиодную ленту. Поместил ее в специальный светодиодный профиль алюминиевый. Такого вот плана. Все в красном свете, тут не очень хорошо видно. И столкнулся вот с такой вот проблемой. Видимо, наверное, ввиду того, что не хватает мощности, светодиодная лента окрашивается почему-то в какие-то разные цвета. Либо это несовершенство светодиодной ленты, либо на самом деле что-то связано все-таки с нехваткой мощности от контроллера. Вот так вот это все выглядит. Вот мы видим, а здесь получается синий цвет, здесь зеленый, а здесь синий. Вот я попытался разделить, запитать в контроллер, засунуть два провода. Но что-то у меня не получилось. Получается, длина светодиодной ленты вот этой порядка 18 метров. Я решил ее разделить. И вот такая вот штука. Но самое интересное, что окрашивает он не все так цвета. Если вот поперебирать цвета, вот синий, допустим, он полноценно подсвечивает. Все хорошо. А вот если брать другие, вот, допустим, красный цвет. Вот тут вот розовый проскальзывает. Надо будет, наверное, поставить усилитель и пробежаться, посмотреть, может, будет все и нормально. И не знаю даже. Посмотреть надо. Может, что-то получится. Вот синий вроде нормально стал. Вот белый даже цвет. Но тут мы видим, лиловый включается. То есть не могу пока разобраться, в чем дело, вот, но возможно, мне удастся эту ситуацию как-то исправить. Хочется посмотреть. Вот. Мы видим, вот тут как-то не хотит она. Красный цвет выбираю. Вот здесь вот такая штука получается. Те, кто знают об этой проблеме, просьба подсказать, что делать. Интересно просто. Вот видите, включаю такой салатовый цвет. Вот получается на границе. Получается вот такая штукенция интересная. Если пробежаться. Вот, допустим, выбираю голубой цвет, оно равномерно раскрашивает вот розовый. Здесь вот розовый, а здесь какой-то светло-розовый. Может, отличаются просто ленты. Вот. А здесь вообще вот фрагмент. Вот тут вот какой-то красный, тут розовый. Может, это просто дефекты ленты светодиодной, не знаю. Короче, очень странно себя ведет. Вот, выбираю, допустим, красный цвет. Вот такая штука получается. Ну, одним словом, вот этот цвет еще вроде нормально прокрашивает. Розовый вроде тоже, но тут отличается тоже. Короче, что-то непонятное происходит. Кое-какие окрашивают нормально, кое-какие нет. Как-то вот равномерного нету этого. Цвет, короче. Вот, если выбираем бирюзовый, вроде нормально. Зеленый вообще погас. Странно как-то. Вроде зеленый был. Вот красный вроде нормально крашит. Хотя тоже какое-то не равномерное. Да.
Короче, очень интересно. Получается как-то вот так вот. Ну, все те, кто знает, прошу подсказать, что делать, что сделано не так. Всем большое спасибо за просмотр.